То есть он каждому уделил. Tātad viņš katru ir atdalījis. У нас есть для каждого обетованная земля. Mums katram ir sava apsolītā zeme. В которую мы идём. Uz kuru mēs ejam. И это путь. Un tas ir ceļš. И это путь не наш. Un tas nav mūsu ceļš. В слове сказано. Vārdā ir teikts. Я есть путь. Es esmu ceļš. Иисус Христос есть путь. Jēzus Kristus ir ceļš. Есть путь прощения. Ir piedošanas ceļš. Я бы хотел сегодня поговорить о благодарности. Es šodien vēlētos runāt par pateicību. Мы должны быть благодарны. Mums ir jābūt pateicīgiem. Благодарны Господу. Pateicīgiem Dievam. И я хотел бы, чтобы сегодняшняя проповедь началась со слова Божьего. Un es vēlētos, lai šīs dienas svētdienas sāktos ar Dieva vārdu. Atvērsim savas Bībeles. Это Левитам 28 глава. Trešā Mozus grāmata. 28. nodaļa. Atvainojiet, 22. nodaļa. Левитам 22, у вас это третья книга Моисея. Третья Мозес, грамота, 22 нодаля, 29 панц. Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. Un kad jūs upurējat kaujamo pateicības upuri tam kungam, tad upurējiet to tā, ka tas būtu patīkams dāvinājums no jums. Наши жертвы, которые мы приносим. Mūsu upuri, ko mēs pienesam. Это не только финансовые жертвы. Tās nav tikai finanses. Сегодня у нас должна быть жертва благодарности. Šodien mums ir jāpienes pateicības upuris. Это жертва. Tas ir upuris. Вы знаете, те люди, которые имеют в сердце благодарность? Ziniet, tie cilvēki, kuru sirdīs ir pateicība. Это благословенные люди. Tie ir svētīgi cilvēki. Я вспоминаю, как рассказывал один священник. Es atceros, kā stāstīja viens priesteris. Пилигримы высадились на берегах Северной Америки. Kad pilgrimi izkāpa Ziemeļamerikas krastos. И они встретились с аборигенами. Un viņi satika šos aborigēnus. Начали изучать их быт. Sāka izpētīt, kā viņi dzīvo. Dzīvot kopā ar viņiem. Общаться. Kontaktēties. И они заметили, что в их словарном запасе. Viņi pamanīja, ka viņu vārdu krājumā. Слово спасибо. Nav tāda vārda paldies. Отсутствует слово спасибо. Tāds vārds nav viņiem. Вы знаете, если в наших сердцах Ziniet, ja mūsu sirdīs нету благодарности. Nav pateicības. За эти раны. Par šīm rētām. За жертву. Par šo upuri. За этот крест. Par šo krustu. Он был воплощением. Viņš bija iemiesojums. И человека. Gan cilvēkam. И Бога. Gan Dievam. Ему было очень больно. Viņam ļoti sāpēja. Он терпел. Un viņš pacieta величайшие муки, lielākās mokas, величайшие унижения, lielāko pazemojumu ради нас, mūsu dēļ. Поднимите руки, кому что-то сделал Господь. Rokas, kuram kādam šeit ir izdarījis kaut ko Dievs? Всем. Visiem. Всем. Visiem. Все поднимают руки. Visi paceļ rokas. У всех какое-то состоялось чудо. Ir noticis kāds brīnums. Это чудо, что я стою перед вами, вообще говорю. Brīnums, ka es tagad stāvu jūsu priekšā un runāju. Я по законам мирским должен уже умереть. Man pēc cilvēciskiem likumiem jau bija jāmirst. Это чудо. Tas ir brīnums. Я благодарен Богу. Un es esmu pateicīgs Dievam. Знаете, моя жертва благодарности. Ziniet, mans pateicības upuris. Должна приобрести. Tam ir jākļūst. Благоволение. Благоволение. Приносите ее так, чтобы жертва благодарности приобрела благоволение. Lai tas būtu kā patīkams dāvinājums. То есть, чтобы была благая воля. Lai būtu šī labā griba to чтобы pienesot. Чтобы Богу угодить. Lai varētu izpatikt Dievam.
Не просто сказать спасибо, Господь. Nevis tikai pateikt paldies Dievs. Но пускай твоя благодарность. Bet lai tava pateicība. Будет подтверждена какими-то делами. Tiktu apstiprināta ar kādiem darbiem. Чтобы было благоволение. Lai būtu šī labā griba. В этой благодарности. Lai šajā pateicībā. Был какой-то смысл. Būtu kāda jēga. Когда состоялся исход. Kad notika iziešana. Из Египта. No Ēģiptes. Что делал Божий народ? Ko darīja Dieva tauta? Они шли в пустыне. Viņi gāja tuksnesī. 40 лет. 40 gadus. И постоянно был ропот. Un visu laiku bija kurnēšana. Они не могли войти в обетованную землю. Viņi nevarēja ieiet apsolītajā zemē. Потому что не было благодарности. Jo viņos nebija pateicības. Им постоянно было мало. Viņiem visu laiku bija par maz. У них была одежда, которая не ветшает. Viņiem bija drēbes, kas nenodila. Каждый день была манна. Katru dienu viņiem bija manna. Они хотели мяса. Bet viņi gribēja gaļu. Они хотели постоянно чего-то нового. Viņi gribēja pastāvīgi kaut ko jaunu. Когда Моисей поднялся на гору. Kad Mozes uzkāpa kalnā. И спустил туда, оттуда лежали завета. Un nonesa no turienes šīs derības bauša plāksnes. Они забыли. Viņi aizmirsa. Про этот исход. Viņi aizmirsa par šo iziešanu. Про те чудеса. Par tiem brīnumiem. Представьте, они подошли к морю. Iedomājieties, viņi piegāja pie jūras. И море расту. Un jūra atvērās. Они забыли про это чудо. Viņi aizmirsa par to brīnumu. Так мы иногда забываем. Tāpatās arī mēs. Что сделал Бог для каждого из нас? Dažreiz aizmirstam, ko Dievs ir darījis katram no mums. Mēs dažreiz aizmirstam. Знаете почему? Ziniet kādēļ? Потому что многие из нас неблагодарны. Jo daudzi no mums nav pateicīgi. Я смотрю на современных христиан. Es skatos uz mūsdienu kristiešiem. Много отступают от Бога. Daudz atkāpjas no Dieva. Слово отступник. Vārds atkāpjas ir kļuvis populārs. Потому что жертва благодарения. Tāpēc, ka pateicības upuris. Утратила свой смысл. Ir zaudējis savu jēgu. Мы люди. Mēs esam cilvēki. И мы подвластны. Un mums ir vara. Наш разум подвластен. Mūsu prātu tam ir vara. Или Богу. Mēs to varam pakļaut vai nu Dievam, vai nu vēlnam. Идёт постоянная борьба. Un notiek nemitīga šī cīņa. Плоти и духа. Starp garu un miesu. И что-то иногда побеждает. Un kāds kādu brīdi uzvar. Нет у нас совершенных людей. Nav pilnīgu cilvēku. Которые бы сказали, я каждый день победитель. Kuri varētu teikt, es katru dienu esmu uzvarētājs. Nē. Я знаю по себе. Es zinu pēc sevis. Что с плотью бороться иногда трудно. Ka ar miesu cīnīties ir grūti. Трудно просыпаться раньше. Grūti pamosties ātrāk. На молитву. Uz lūkšanu. Тяжело молиться один час в день. Ir grūti lūgt vienu stundu dienā. Тяжело проповедовать. Грути слудинать. Того, кого ненавидишь. Там, куру ты ненависти. Тяжело прощать. Грути пьедот. Тяжело любить. Грути милеть. Того, кто тебя не любит. То, куш не мил теви. Это плоть. Та ир мяса. Но пускай будет духа больше. Bet lai garam mūsos ir vairāk. Если мы будем благодарны Господу. Ja mēs būsim pateicīgi Dievam. Будем благодарить Его. Ja mēs pateiksimies Viņam. Когда вечером ложимся спать. Kad vakarā ejam gulēt. Просто скажите спасибо, Господь. Vienkārši pasakiet paldies Tev, Dievs. Этот день. Ka esmu nodzīvojis šo dienu. Если мы будем благодарны в малом. Ja mēs būsim pateicīgi mazumiņā. То, что у нас есть. Ar to, kas mums ir. Бог даст нам больше. Tad Dievs dos mums vairāk. Великое приобретение. Ir liels iegums. Быть довольным. Būt pateicīgam. И благочестивым. Благочестие. Великое приобретение быть довольным. Ir liels iegums tas, ka esam apmierināti. Удовлетворяться тем, что вокруг нас есть. Kā mēs mums pietiek ar to, kas mums ir apkārt. Neesiet kurnētāji. Не быть недовольным. Nebūt neapmierinātam. Но благодарить Бога. Bet pateikties Dievam. Что он вывел нас. Ka viņš ir izvedis mūs. Из этого ига рабства. No šī verdzības jūga. Сегодня Пасха. Un šodien ir Lieldienas. У меня вообще двойной сегодня праздник. Man šodien ir dubultais. Сегодня день рождения моей дочери. Šodien ir manas meitas dzimšanas diena. Женечка, с праздником. С днём рождения. Apsveikums meitai. У меня сегодня двойной праздник. Man šodien ir dubultas svētki, slava Dievam. А вы знаете, меня когда-то лишили родительских прав. Man reiz atņēma vecāku tiesības. Это чудо. Tas ir brīnums. Что я могу стоять перед вами. Ka es varu stāvēt jūsu priekšā. Что моя дочь ходит в церковь. Un ka mana meita apmeklē baznīcu. Un ka viņa rīt brauc. На стадион, который соберутся 30 000 верующих. Stadionu, kur sapulcēsies 30 000 ticīgo, viņa tur dejos. Tas ir brīnums. Это чудо. Tas ir brīnums. Я благодарен Богу. Esmu pateicīgs Dievam. Я каждый день благодарен Богу. Es katru dienu esmu pateicīgs Dievam. Я тот, который 17 лет. Es esmu tas, kurš 17 gadus bija narkotiku atkarībā. В алкогольной зависимости. Alkohola atkarībā. Я блудил.
Es biju grešībā, es biju grēkā. Я пришёл к Богу, представьте, в 97 году. Es atgriezos pie Dieva, es atnācu 97. Gadā. Но познал Духа Святого. Bet iepazinu Svēto Garu. Спустя 14 лет. Pēc 14 gadiem. Потому что не было благодарности. Tāpēc, ka nebija pateicības. Потому что я не знал слова спасибо. Jo es nezināju vārdu paldies. Как эти аборигены не знали слова спасибо. Tāpatās tā kā šie aborigēni nezināja šo vārdu Некоторых paldies. Людей. Dažiem cilvēkiem. Спасибо. Paldies. Это, знаете, такое заменитель слова «давай еще». Tas ir kā aizstājies vārds. Не говоришь «спасибо», говоришь «давай еще». Tu saki «paldies», bet kā «дод man vēl». Надо говорить «спасибо» с правильным. Bet ir jāsaka «paldies» ar pareizim nolūkiem. С правильной интонацией. Ar pareizu intonāciju. И говорит «спасибо». Ir kā «paldies, ej». Ну, чтобы твоя благодарность. Bet lai tava pateicība. Приобрела какой-то смысл. Iegūtu kaut kādu jēgu. Я не знаю, как на латышском, благоволение. Благоволение, смысл, любовь, благая воля. Labā griba ar mīlestību. Чтобы угодить Богу. Lai izpatiktu Dievam. С правильной интонацией. Ar pareizu intonāciju. Бог сердце видит. Dievs redz sirdis. И Бог читает наши интонации. Un Dievs lasa mūsu intonācijas. Un Dievu nekad nevar piemānīt. Как мы говорим это спасибо? Kā mēs pasakam šo paldies? Или ты говоришь спасибо? Vai nu tu saki paldies? С открытым сердцем. Ar atvērtu sirdi. С любовью. Ar mīlestību. На коленях. Uz ceļiem. С улыбкой. Ar smaidu. С надеждой. Ar cerību. Спасибо, Господь. Paldies Tev, Dievs. Я благодарю Тебя. Es pateicos Tev. Или ты говоришь. Vai Tu saki. Как-то религиозно. Kaut kā religio, знаете, мы иногда даже благословляем. Mēs pat dažreiz svētam. Со злостью. Как-то. Ar dusmām. Потому что так надо. Tāpēc, ka tā ir vajadzīgs. Потому что так научили. Tāpēc, ka tā esam iemācīti. И это благословение. Un šī svētība. Знаете, иногда похоже на проклятие. Ziniet, tā brīžam izskatās pēc lāsta. Pускай наша благодарность. Lai mūsu pateicība. Сегодня. Šodien. В этот праздник. Šajos svētkos. Будет в благой воле. Ir šajā labajā gribā. Ко мне когда-то подошла в одном из городов. Pie manis reiz kādā no pilsētām pienāca. Которая служила женщина. Viena sieviete, tur, kur es kalpoju. И мы рассуждали. Un mēs spriedām. О том, что за все благодарите Бога. Par to vārdu, ka ir rakstīts, par visu pateicieties Dievam. И она говорит, как я могу благодарить Бога? Un viņa saka, kā es varu pateikties Dievam? За сына алкоголика. Par dēlu alkoholiķi. За слезы внуков. Par mazbērnu asarām. За то, что он избивает жену. Par to, ka viņš sit savu sievu. Как я могу благодарить Бога? Kā es varu pateikties Dievam? Как я могу относиться к этому стиху? Kā es varu attiekties pret šo За pantu? Все благодарите Бога. Par visu pateicieties Dievam. Я задумался. Un es aizdomājos. Мы молились. Mēs lūdzām. Знаете, Бог открыл. Ziniet, Dievs atklāja. Мы благодарим Бога. Mēs pateicamies Dievam. Что мы знаем выход из этого положения. Ka mēs zinām izeju no šīs situācijas. Мы благодарим Бога, что мы знаем исход. Mēs pateicamies, ka mēs zinām делать? Šo iziešanu, ko darīt. Многие в миру не знают, что Daudzi делать. Daudzi pasaulē nezina, ko darīt. Но мы знаем. Bet mēs zinām. Мы знаем, как с этим бороться. Mēs zinām, kā ar to cīnīties. Мы знаем формулы победы. Mēs zinām šīs uzvaras formulas. Un šī formula. Это благодарность. Tā ir pateicība. Если мы будем благодарить. Ja mēs pateiksimies. Мы расположим к себе Бога. Tad mēs расположим. Tad Dievs mēs būsim Dievam labpatīkami. Бог хочет нас благословить. Dievs vēlas mūs svētīt. Представьте такую ситуацию. Iedomājieties tādu situāciju. Все здесь матеря, отцы. Šeit visi ir mātes, tēvi. Как же приятно. Un cik patīkami. Когда ты даёшь ребёнку своему какой-то подарок. Kad tu savam bērnam dod kādu dāvanu. Он тебя обнимает и говорит спасибо. Un viņš tevi apskā un saka paldies. Спасибо, paldies, папа, tēti, маму. Спасибо. Paldies. Или когда он берёт этот подарок. Vai kad viņš ņem šo dāvanu. Который ты подарил. Kuru tu esi viņam uzdāvinājis. И ожидаешь от него этого палдис. Un gaidi no viņa šo палдис. Он берёт его выкидывает. Bet viņš to ņem un izmet ārā. Или ложит он пылиться куда-нибудь. Vai ieliek kaut kur un tas put noput. Nav pateicības. Просто благодарить. Vienkārši pateicieties. Это не так сложно. Tas nav tik sarežģīti. Вечером. Vakarā. Утром. No rīta. За все чудеса, которые Бог совершил. Par visiem brīnumiem, ko Dievs ir darījis. Atcerieties. Пускай наша память не будет коротка. Lai mūsu atmiņa nav īsa. Как во времена исхода. Kā iziešanas laikā. Как во времена. Kā laikā. Когда Бог вывел. Kad Dievs izveda. С такими чудесами. Ar tādiem brīnumiem. С такими знамениями. Ar tādām zīmēm. И народ постоянно роптал. Bet tauta
Visu laiku kurnēja. И они не вошли в обетованную. Un viņi neiegāja apsolītajā zemē. Наш путь такой же. Mūsu ceļš ir tāds pats. Мы идём к Богу. Ejam pie Dieva. Всю свою жизнь. Visu savu dzīvi. Мы здесь на земле готовим плацдарм. Mēs šeit uz šīs zemes veidojam šo pamatu, lai mēs varētu satikties ar Jēzu Kristu. Если мы будем правильно. Ja mēs pareizi. Идти по этому пути. Iesim pa šo ceļu. Благодарность. Ar pateicību. Это неотъемлемая часть. Tā ir neatņemama sastāvdaļa mūsu ceļam. Нашей дороги. Mūsu šim gaitām. Я могу сказать. Es varu teikt. Что мы церковь. Ka mēs draudze. Мы тело Иисуса Христа. Mēs esam Jēzus Kristus miesa. Я сделал подарок этому телу. Es esmu uzdāvināju šo dāvanu šai miesai, kad jūs ieejat šai gaiteni, redzat šīs skaistās sienas remonts. Я благодарен. Es esmu pateicīgs Dievam. Я сделал ему подарок, мы на Пасху вошли как в новое здание немножко, да? Es esmu uzdāvināju šo dāvanu, un mēs esam šiem svētkiem iegājuši kā daļēji jaunā ēkā. Я действительно, знаете, я этому рад. Un ziniet, es tiešām par to priecājos. Я рад, что я могу угодить Богу. Es priecājos, ka es varu izpatikt Dievam. Что моя жертва. Ka mans upuris. Она она приняла смысл благоволения. Ka tai ir šī labā griba. Что я смог угодить Богу. Ka es varēju izpatikt Dievam. Как мы начали с этого стиха. Kā mēs sākām ar šo pantu. Если приносите Господу жертву благодарения. Ja pienesat, kad upurēt kaujamo pateicības upuri. Приносите ее так. Tad upurējiet to tā. Чтобы она приобрела вам. Ka tas būtu благоволение. Dāvinājums no jums. Вам каждому. No jums ir katra. Благоволение. Ar šo lapatiku. Представьте, если бы мы готовили, да, ремонт. Iedomājieties, ja mēs dienu raptali. Katru dienu vstāvāt. Remontēt un kurnāt. Надоело это крас. Apnicis tas viss, apnicis ir krāsa, sak vai. И это был бы не ремонт, это было бы вообще, я не знаю, что это. Tas nebūtu remonts, es nezinu, kas tas būtu. Вот такие косые двери, косые плинтуса. Viss štīps un greizs. А так я чувствую, что она приобрела благоволение. Bet tā es jūtu, у меня радость на сердце. Ka man ir priecīga sirds par to. Un slava Jēzum Kristu. Вас каждого. Un es aicinu jūs ikvienu. Давайте сегодня. Šodien. В этот праздник. В этот торжественный момент. Šajā svinīgajā brīdī. Поблагодарим Бога. Pateiksimies Dievam. Поблагодарим Бога. Pateiksimies Dievam ar mūsu upuriem. Я призываю сейчас вас. Es aicinu jūs. Знаете, отблагодарить Бога за то чудо. Pateikties Dievam par to brīnumu, kuru viņš ir izdarījis. Когда вначале я спросил, kad es sākumā jautāju, kuram ir noticis brīnums, visi pacēla rokas. Давайте отблагодарим Господа сегодня. Pateiksimies Dievam šodien. Я призываю вас по жертве. Es aicinu jūs ziedot. Я призываю вас к жертве. Es aicinu jūs upurēt. Пускай эта жертва. Lai šis upuris приобретёт. Lai tas для каждого из вас. Katram no jums. Благоволение. Ir patīkams. Я хотел бы еще прочитать одно место, прежде чем мы будем жертвовать. Un es gribu nolasīt vēl vienu rakstu vietu, pirms mēs ziedosim. Tā ir pirmā korintiešiem. Piektā nodaļa, septītais pants. Итак, очистите старую закваску. Izmēziet veco raugu. Чтобы быть вам Lai esat novim tiestam, jauna mīkla, tak, kak vy beskvasni. Jūs taču esat neraudzēti. Paška, paska naša, jo arī mūsu paska, Hristos, Jērs, zaklan za nas. Ir par mums upurēts Kristus. Pasimu stanem praznovat. Tad svinēsim svētki. Ne sa starajus zakvaska. Ne ar veco raugu. Ne zakvaska poroka i lukavstva. Ne ar ļaunumu un netikumības raugu, bet ar skaidras. Čistoty. Un patiesības. I istiny. Un patiesību, tīrības un novāciet šo veco raugu. Pускай эта жертва. Lai šis upuris. Берёт эту старую закваску. Novāc šo veco raugu. Пускай с этим воскресеньем. Lai ar šo svētdienu. С этим благодарением. Lai ar šo пateicību. Придёт что-то новое. Atnāk kaut kas jauns. С этими опресноками. Lai с этими жертвами. Lai ar šiem upuriem. Пускай
Придёт что-то новое от Бога, чего вы до этого не видели. Lai atnāk kaut kas jauns no Dieva, ko jūs iepriekš nebijāt redzējuši. Пускай море перед вами расступится. Lai jūra jūsu priekšā atkāpjas. Пускай это обетованная земля. Lai šī apsolītā zeme. Хотя бы покажется. Vismaz parādās. И у нас покажется цель. Un mums parādīsies mērķis. Не как люди во время Моисея роптали. Ne kā cilvēkiem Mozus laikā kurnot. Būsim pateicīgi. За кваской чистой. Lai ir šis tīras, от чистого сердца. No tīras sirds. Я призываю вас к жертве. Es aicinu jūs upurēt. Давайте поднимемся. Piecelsimies. Будем жертвовать. Un pienesīsim.